Красный галстук, барабан, горн и прочие символы пионерии, казалось бы, давно ушли в прошлое. Пионерская организация, которая воспитывала в детях патриотизм, сплоченность и прививала трудовые традиции, перестала существовать в 1991 году. У людей советского времени осталась ностальгия по доброму прошлому, активной общественной работе, большому пионерскому костру. Эта организация учила детей дружбе, учила детей лидерству, и очень большая составляющая была патриотическая. И пионеры Родины Ленина – это были особые пионеры. Пионерские традиции чтут и сегодня. Изменилось лишь название организации. Современные активисты входят в движение первых. Здесь ребятам прививают духовные и нравственные ценности, любовь к родине, уважение к старшему поколению. В ряды принимают мальчишек и девчонок, кто стремится быть похожими на настоящих пионеров. Много людей, которые просто не помогают людям. А вот стать пионером – это возможность помогать людям и понравиться им. Честно, очень волнуюсь. У нас говорили, тут будет Зонов, и это очень важный человек, постараюсь не накосячить. Волнение оправдано. Сегодня Костя впервые наденет красный галстук. Ровно как и десятки других школьников Ульяновска. Свое желание быть примером для сверстников ребята скрепили клятвой. Добросовестно учиться. Уважать старших. А еще быть честным и верным товарищем. Отныне эти слова для новоиспеченных пионеров – жизненное кредо. Свою первую клятву они произнесли в знаменательный день – 101-й день рождения пионерии. Поздравить ребят с праздником приехал глава региона. Я отлично помню тот день, когда, будучи учеником 4 класса, одним из первых за отличную учебу был удостоен такой возможности вступить в пионерскую организацию и давал клятву перед всей дружиной пионерской школы номер 5 города Ижевска. Поздравляю вас с этим знаменательным днем. Он действительно останется на всю жизнь в вашей памяти. И вы будете всегда о нем, об этом дне с улыбкой вспоминать. Так, усилиями молодежных общественных объединений славные традиции и лучшие практики советской пионерии живут до сих пор. Впереди у активистов насыщенные дни. Тематические мастер-классы, экскурсии по музеям и историческим местам города. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.